Так, друзья, наше приспособление готово. Давайте попробую буквально за минутку, за две вам объяснить, для чего оно нужно и почему стоит им пользоваться, в каких случаях. Если кратко, среди строителей, то есть, ну, кто занимается строительством домов, отделкой, такое приспособление называется расческа. Для чего оно нужно? Когда мы делаем отделку дома, будь это комнаты внутри дома, будь это фасад, наружка, нам в идеале надо сначала покрасить а, всю доску. То есть, если мы делаем фасад, это, там, имитация бруса, либо вагонка, либо мы делаем внутрянку в доме, да, то есть имитация бруса, вагонка, планкен, там, доска, прежде чем ее смонтировать, нам в идеале ее покрасить. То есть, либо нам надо переплачивать деньги, заказывать с завода уже покрашенную доску, а это дорого не каждому по карману. И многие покупают просто доску с рынка и красят ее сами. Многие делают ошибку. Сначала смонтируют полностью всю комнату, стену, потом ее покрасят и на этом как бы типа все. Но со временем из-за перемены влажности, когда дерево высыхает, оно начинает сужаться. И у нас в местах стыках, где две вагонки стыкуются, появляются вот такие белые полосы. Конечно, можно потом, спустя год, вытащить всю мебель, накрыть и еще раз там одним слоем прокрасить. Но лучше сделать сразу один раз нормально и забыть на десятки лет. Каким образом? Закупая весь материал, мы делаем вот такие расчески. Вот у меня сейчас сделана расческа для доски трехметровой. Рекомендую всем подписаться на мой телеграм-канал. Я именно там вам, друзья, покажу, как эта вся расческа будет забита. Мне надо покрасить 60. 4 доски трехметровых сухой строганной доски для отделки и подшива свесов крыши и отделки окантовок окна. Чтобы ее заранее всю покрасить, просушить, затем запаковать и увезти на объект. И там уже сразу за полдня ее смонтировать. А потом уже какие-то там огрехи и царапки покрасить. Вот для таких вещей и нужны вот такие самоделочки. Почему на первом ряде гвоздики? Бывают ситуации, друзья, когда нам доска нужна покрашена а, с двух сторон. Это бывают беседки, это бывают какие-то открытые веранды, террасы, подшив кровли. А, нам нужна а, гладенькая, чистая, покрашенная доска с двух сторон. Если мы будем укладывать сюда доску, у нас будут полосы. То есть, если мы используем доску как черновую, ну, с одной стороны у нас будет черновая, то окей. То есть мы все равно обработаем, она пропитается. Да, тут будет с задней стороны полоса, но ничего страшного, никто никогда этого не увидит, потому что мы будем монтировать лицом к себе. Но если, как я и сказал, там открытая терраса, веранда, нам нужна доска с двух сторон, то я рекомендую набить гвоздики. Либо гвоздики, либо вообще прокрутить изнутри саморезики. Таким образом, укладывая покрашенную доску на эти гвоздики, либо саморезики, Uh, у нас не будет вот этой полосы, которая нам дать может брусок. У меня тут рейка можно использовать брусочек 50 на 50 обычно, что находится на объекте в наличии. И когда доска высыхает, у нас вот тут будет полоса. Чтобы этой полосы не было, набиваются вот такие гвоздики либо саморезики. Досочка кладется, она высыхает, и когда красочка высыхает, у нас ну, максимум, что будет такая маленькая точечка, которую даже не увидишь. Поэтому можно использовать либо гвоздики, либо саморезики. И вот таким макаром, это я собрал под 66 досок, в принципе можно каждые 10 сантиметров снизу вверх добить, сюда влезет аж куб полтора доски трехметровый. Сделать таких пару штук можно сразу на весь дом покрасить одним махом. То есть краскопульт отдать на улице, занести, а, опять же, желательно в помещении это делать, чтобы не на улице, осадки не, не мешали, дожди не мешали, пыль, грязь и так далее. Поэтому ее красят, кладут, она высыхает, потом ее можно упаковать и перенести там, допустим, в дом. Многие красят такие быстрые а, расчетки, делают прямо в комнате, в каком-нибудь определенной одной в доме. Все покрасили, просохло и все, поднимают на второй этаж и начинают монтировать отделку. Поэтому, друзья, смело берите на вооружение, у меня просто есть заказик, в котором надо сейчас покрасить досочку. То есть я все подготовил. В принципе, сейчас завезу досочку, в мастерскую ее покрашу, разложу, она будет сушиться. Запоминайте, применяйте, делайте сразу качественно, чтобы и самому было приятно. А если вы уже делаете себе, то тем более пользуйтесь такой скажем, приспособы, которые экономят место, экономят время, не мешает, скажем, в пространстве, спокойно можно выложить целый куб доски, вагонки, имитации бруса, чем вы будете отделывать планкен, просто в зависимости, если планкен, то я бы уже советовал поменять брусочек на 50 на 50, потому что речка уже будет жидковата, нагрузка другая, а для вагоночки, для сухой струкной доски этого хватает за глаза. Чтобы увидеть, как тут будет все завалено, прокрашено, также еще раз повторюсь, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. В этом телеграме вообще идет целая движуха, контент публикуется здесь и сейчас, а YouTube уже, ну, выкладывается там раз в неделю, раз в две недели. Поэтому, чтобы быть в курсе всех событий, э в себя впитывайте разные полезные ништяки, самоделки, советы, следить за стройкой, следить за всей движухой. Еще раз говорю, переходите в телеграм-канал и подписывайтесь. Там сейчас основная площадка для публикации контента. Напишите пару мыслей своих в комментарии, как вам такое приспособа, Кто знал, кто не знал, кто как, какие еще способы знает. Я думаю, всей аудитории будет полезно. Подписывайся на канал, влепи лайк за старания. Ну и увидимся в следующем видео. Будем что-нибудь делать довольно интересное. Вам хорошего настроения, будьте добрее. Всем пока-пока.